верхней части турнирной таблицы, надо сказать, и команда Хурхи. Хурхи, ну, в принципе, по большому счету, да. Команда высокий, мощный, может и протаранить, так сказать. А вот это была великолепная атака в исполнении партизана. То, что они умеют делать, наверное, лучше всех. Раскатывать, отдавать передачи, получать, тут же открываться, забивать. Это все игра. Ну, хороший контроль, ну и тут же потеря. Как же отдает. И вот Шамиль Альмагомаев должен сам, в принципе, должен был. Что он и делает. Как же тут раскатали они соперника. Вот эти передачи от Арсена Рамазанова на Шамиля Альмагомаева. Ну и Шамиль в ближний, верхний угол забивает. Подавать Базаев. Даже нет подачи. Это был розыгрыш. И вот сейчас домашняя заготовочка. Салманов забивает. 2-1. Вот это действительно классный розыгрыш углового. Клычев. И Атабаев. Атабаев, какая передача и какой удар от Базаева. Не очень хорошая получилась передача у Рамазанова тоже. Но все это дело исправили. И вот Эльдар может забивать. Что он и делает после долгого отсутствие на футбольном поле. Забивает. Ну, все может быть. Магадов. Потеря. Голевая передача. Голевая передача от Алимагомаева. Гол плюс пас. И Абдулкадыров забивает четвертый гол партизана. У Хурхи. Прошла от Абдулкадырова передача Касумов. Здорово уходит от соперника. Уложил его. И отдал Галиф. Время от времени вступал он в игру. Удар. Вот четвертый. Второй забивает. Второй забивает Хурхи. Ушли они долго к этому. Канов. Тот пробил мимо Омарова. Но получилось так, как получилось. Вот пятый партизана. Голевую передачу на свой счет Гайдаров оформил. А гол забил Магомед Расулов. Ох, какая рада.